Это печальное лидерство говорит о том, что усилия огромного количества людей, предпринимавших все меры, необходимые для того, чтобы сохранять контроль над эпидемической ситуацией на территории нашей Кемеровской области, не дают ожидаемого результата. Соответственно, вероятность развития пандемии на территории Кузбасса по самому неблагоприятному сценарию очень реальная. А это не просто цифры. Это неизбежный рост числа летальных случаев, летальных исходов от коронавирусной инфекции. Соответственно, это уже не цифры и показатели, а это реальные люди, наши с вами близкие, родные, люди, которые могут погибнуть от коронавирусной инфекции. И я не понимаю, как можно не осознавать этого на данном этапе. Шестой месяц, как мы столкнулись с этой коронавирусной инфекцией, причем столкнулись плотно и конкретно. И до сих пор мы продолжаем недостаточно внимательно относиться к этой ситуации и не осознавать элементарных вещей. Я хочу в очередной раз призвать каждого из вас, задумайтесь о том, что жизни и здоровье наших близких людей, особенно относящихся к старшему поколению, на сегодняшний день находятся в наших с вами руках. Пожалуйста, задумайтесь об этом.